Ну что, мы сегодня приступаем к приготовлению окрошки в поезде. Первым делом вот завакуумировал все, зелень, огурчики, редисочка, яички. Самый главный лайфхак, тарелки не надо с собой брать, надо брать с собой стаканы пол-литровые. Нарезаем яйца. Стакан. В полевых условиях делаем. Где в полях едем? Да, в полях. Каждый стакан по яичку. Добавляем зелень. Лук-укроп у нас идет в ход. Зелень побольше. Запахи, конечно, не передает камера. Да, запах прям от зеленухи, прям зеленух открыл. Аромат ванили. Редисочка вход. Также. Главный режиссер. Звукорежиссер. Совместительство уже дальше. Редисочка. Красиво. Ну, стакан, конечно, не хрустальный. Это получается салат уже. Нормально. И самое главное дело, огурчики. Конечно, можно было бы и под ноль. У нас по две порции еще выйдет. Да, по три даже выйдет. Уходим. Контролер пришел проверять билет. Опа. Дальше. Все майонез будут. А мне не надо. По ложечке майонеза. Ну и самое главное дело. Квасок. Крошечный. С хреном. Кислый, как положено. А и как ложку хрен надо докинуть? Сейчас кинем. Все, хорошенько перемешиваем, но не взбалтываем. Хрен добавим. Заболтаем. Сейчас добавим. Это я взболтаю. Ой, ё-моё. А слюнчики текут у некоторых. Ой, хорош. Нет, еще всем хрен. Приятного аппетита. Еще хрен. Соль, перец, хрен по вкусу. Да. Какой, во. Хрен самопальный. Да, я думаю, это будет не помешает. Ой, товарищ. Слушай, придется подать дело. Или не будем? Да ты прям мысли читаешь. Не будете. Так, все, Евген, выключаю? Да.